В рамках реализации партийного проекта «Единая страна. Доступная среда» одинцовские депутаты-единороссы Павел Чемурлиев и Ирина Грабарчук провели встречу с коллективом клуба для детей с ограниченными возможностями здоровья «Изумрудный город». Мероприятие было приурочено к 9-летию клуба. Депутаты поздравили педагогов, ребят и их родителей с праздником. Недавно у клуба появилось свое пространство на площадке культурно-досугового центра «Мечта» с отдельными комнатами для различных активностей и занятий, небольшим, но уютным залом. Все занятия для ребят проводятся бесплатно.